прикинь, я моюсь, моюсь, типа пою там песни в душе, там стюардесса по имени Жанна любит большие баклажаны. Ну, короче, стою, пою, пою. Да не, бабуль, все нормально. Так вот, почему я-то переехал? Я стою, моюсь, открываю шторы, ну хочу за этим, за шампунем потянуться, а там такой, вот с батей на рыбалку в детстве когда ходил, хотя нет, я с ним на рыбалку никогда не ходил, по телевизору увидел, вот такие по локоть там рыбы вытаскивали, а у меня там, прикинь, вот такие по локоть таракаши были. Я такой охренел, в ту же секунду позвонил санэпидемстанцию. А, вот, кстати, они приехали, вот, бабуля, вот поэтому я как бы к тебе и переехал там. Ну, это мне сказали всего лишь на недельку, вот я свои вещи уже, ну, отсюда выгрузил. Тем более подписчики, знаешь, под каждой серией мне в комментах писали, что, мол, Эдисон, почему ты не переедешь к бабуле? Бабуля тебя приютит, да она так как бы приютит. Ну, тут-то проблема, там тараканы у меня по локоть дома. Бабуль, ты в школе учила этот арабо-кавказский, французский, туркменистанский? Или это уругвайский? А если в зуб дать за то, что ты нас здесь мочукаешь? Я чё-то не... Я вроде вызывал, ну, это, дезинфикаторов, которые чтоб за тараканами следить будут. Я никаких... Я японского сатану здесь призывать не хотел. Извините, пожалуйста, это... Ладно, бабуль, давайте мы их не будем отвлекать, пускай они тут выполняют свою работу. Ну вы тараканы, таракины! Я не знаю, как там по-вашему гунджурбускому сказать тараканы травить, зарплату получать, я обратно в свой дом приезжать. Понятно? И как можно скорее. Ой, ладно, бабуль, я возьму самое необходимое. Гантельки! Ой. Бабуль, спустись за блоком. Я гантельки с собой возьму. Да я пошути. Молодец-то какая, молодец. Ёб твою. Еще раз случайно сломал. Так, гантельки, знаешь, в форме себя держать. Как бы лето уже на дворе, лето скоро кончается. Я только форму начинаю себя тут водить. Да я понял, хорошо, да зарплату получите. Сначала потравите таракана, чтобы я не боялся в душ заходить, чтобы они мне задницу не откусили. Вот потратьте тараканов, тогда и рассчитаемся. Пошли, бабуль. Да, у нас еще дофигища с тобой дел. Доставь его в покое, пошли. В покое нас оставь! Все, я понял. Да. Хирокима, наш Кодзима, это Кодзима, Хирокима, неважно, пошли, бабуль. Так, где я могу гантельки свои расставить, чтобы всегда себя в форме держать? Ну, конечно же, вот здесь и вот здесь, возле своей кроватки. Куда мне можно зубные вот эти щетки свои поставить? У меня сразу три. Знаешь, я утром чищу зубы, обедом чищу зубы и вечером чищу зубы. Каждый раз с другим цветом. Опа, вот сюда. Ой, я туалетную бумагу случайно сломал. У тебя, наверное, еще одна есть. Неважно, пошли. Пошли, бабуль. Ой, ну знаешь, сегодня у меня никаких дел нет. Я сегодня планировал... целый денек здесь можно полежать, поспать, как бы, жизнь грабителя, она как бы насыщенная, да, но как бы даже грабителям отдыхать нужно, так же, как всем профессиям на этой планете. И грабителям, и майнкрафтерам, и алкоголикам, и даже грузинам там, Ашотику люблю, Ашотика, хороший мужик, наверное. Бабуль, вам бы тоже отдохнуть. Милок, я вот стала бизнес-хумен. Как, кого бизнес-хумен? Бизнес-хуюмен. Бабуль, я что-то боюсь даже представить, кто такая бизнес-хуюмен или кто такой бизнес-хуюмен. Какой бизнес-хуюмен? О чем ты говоришь? Вот продаю. Кого продаешь? Пошли покажу, милок. Ой, не дадите вы, наверное, в этой жизни мне никогда отдохнуть. Вот ни одного дня не могу нормально. Пошли, ладно. Как говорится, кто-то там горил, я не знаю. То ли какой-то там писатель, то ли ученый. Вот умрем, выспимся. А пока не сдохли, значит, нужно не спать. Ладно, бабуль, я там боюсь опять мимо вот этого проходить. Давай мы вот так спускайся. Иди сзади, тупиня японский или кто-то там. Давай, би-би-би, бабуль, давай, текай за городу. И чё ты продаешь? Садись, довезу. Ой, чё-то мне как-то уже даже немножко страшно стало на душе. Ну давай, поехали, бабуль. Ну я покемарю здесь, бабуль, я не знаю, сколько нам там ехать. Ты еще раз будешь, хорошо, бабуль? Ага, все, давай. А, мы уже что, приехали? Ёпперес, это не... Это твое? Фрукты, овощи. Мороженое.
Желтые яблоки, зеленые яблоки, помидоры, бананы, капуста, капуста, зеленые яблоки, свекла, морковка, кабачки, баклажаны, ананасы, фахрунасы. Подожди, то есть этот бизнес это твой? Я чуть не могу понять. А сколько я спал? Мы с тобой вроде со вчерашнего дня не виделись, ты уже какой-то бизнес открыла. Ну я же бизнес хуюмин. Бабуль, чтобы потом тебя неправильно поняли, правильно говорится бизнес вумен. Никакие не хуюмин. Я не знаю, кто такие хуюмин. Поставка из Таиланда, цены поднимаю. То есть тебе поставки из Таиланда делают вот эти всякие овощи, фрукты, ты немножко цены завышаешь и про... Ну, это реально даже не бизнес-вумен, это реально бизнес-хуюмен. Прошаренная бабуля, прошаренная, тебе бы дома сидеть да помирать бы, уже завещание писать. А вы посмотрите на нее, да она здесь бизнес покруче Ашотика устроила. Кстати, буду Ашотика, нам к Ашотику нужно пойти. Ну, короче, бабуль, я тебе предлагаю, возьми меня в долю. Я тебя крышевать буду. Ты мне там немножко будешь башлять помидорками, ага. Мы здесь с тобой подпольный рынок устроим. Будем толкать незаконные бананы и криминальные ананасы, прикинь. Ладно, пошли, пошли, бабуль. В этой серии у нас другие планы. Потом разберемся. Посмотри, какая точила здесь стоит. Это чья вообще? Неужели Ашотик себе поднялся? Главное, чтобы не зажрался. Заходи, бабуль, заходи. Опа. Холодос сразу на входе стоит. Холодос, стиральная машинка. Салам пополам, брат, как дела? Как Грузия поживает? Нормально? В общем, Ашотик, я тут тебе новые поставочки принес. Иди сюда, выходи. Пылесос. За сколько возьмешь? Я помню то, что я тебе уже один раз пылесос продавал. Ну давай пятихатку. Пятихатку гони, как бы давай по рукам. Да, давай сразу пятихатку, давай, быстренько. Забирай пылесмок вот этот, пылесосалку. После этого, смотри, у меня еще магнитофон есть. Не тот магнитофон, который я тебе толкал вот в прошлый раз, он какой-то старый был. Вот этот прям хороший, за рубежа, вроде Made in Taiwan или Made in China, фиг его знает. 700? Ай, ладно, давай по рукам, давай 700, давай. И самый сок, я оставил вот это, самые сливки. Смотри, где, вот. Освежитель пердежа. Пукай, сколько влезет, пахнуть не будет. Я на самом деле я не знаю, для чего это сделано. Я просто таратыбзил это у Аида в предыдущей серии. Кстати, если ты не видел, как я таратыбзил освежитель пуков у Аида в предыдущей серии, прямо сейчас надо мной есть подсказочка. Смотри обязательно предыдущую серию, и тогда я тебе подарю освежитель пуков. Будешь пердеть, сколько тебе влезет, и даже мамка не спали то, что ты нафунял у себя в комнате. Очень хорошая вещь, очень. Ну смотри, я 400. Ну 400 за одну. За одну 400. За одну! Ты сам говоришь, что очень хорошая вещь. Пердишь, сколько влезет, не фуняет, как будто ничего не было. Бабуль, мне продавать освежитель пердежа за 200 рублей? За одну штуку? Я там вижу, кто-то на нас глаз там точит свой из-за сундука. Эй! Кто? Рафик? Какой Рафик? Рафик! Рафик, брат! Иди сюда! Салам пополам, брат! Ой, у нас здесь что-то как-то много братьев организовалось на квадратный метр. Ашотик, братик, Рафик, братик, я у вас братик, да еще и бизнес хуюмин у нас в компании. Это мой кузен, брат. Так он кузен или брат? Это кузен, брат. Так брат или кузен? Давай 400 рублей, идите в баню. Давай! Братья, кузены. Я, ладно, не будем знакомы, нахрен ты мне в жизни надо. Все, пошли, бабуль. Все, спасибо, Ашотик, братик, давай. Салам, удачи, пополам, кузенам, привет, братьям, сестрам, всему Северному Кавказу, Грузии, где ты вообще живешь, мне как-то без разницы. Пошли, бабуль. Рафик готов нести вещи к той богатой женщине. Опа, бабуль, притормози копыта старые. Подожди, иди сюда. Они сейчас будут нести какие-то вещи какой-то богатой женщине. Понимаешь, бабуль? Не понимаешь, не надо понимать. Ашотик, братик! Ашотик! Я тут подслушал случайно, как бы не вникая вообще в суть диалога, разговора, и что вы здесь вообще с Рафиком, братиком планируете, вот этот Рафик, жирафик, неважно. Какой помогаете переехать богатой женщине какой-то? Какой богатой женщине? Холодос, ты сказал Рафику тащить. Рафик, отдай холодос, я помогу, я что-то давно знаю, дай холодос, я потащу. Ой,
Вы кому-то переезжаете, Ашотик, братик? Сейчас, я помогу. О, спасибо, брат. Тяжелый брат. Да ничего, братья-сестры, я помогу. Да тут одна богатая на районе тёлочка живет. Тёлочка, помогаем переезжать. А, бабуль, возьми у Ашотика стиральную машину, возьми. Деньги заплатит. Ашотик, мы тебе поможем за бесплатно переехать. Ты как бы мне... Ты купил у меня освежитель пердежа. Это бесценная вещь. Ты заплатил за нее 400 рублей. Ашотик, братик, мы с тобой давно знакомы. С Рафик, я тоже уверен, хороший мужик. Я помогу вещь перенести. Помогу. Бабуль, забирай у него стиральную машинку. Пошли. Мы поможем, Ашотик, братик. Акробатик. Да, и Рафик же Рафик. Пошли в машину, брат. Пошли. Так это ваша машина. Неплохо. Это моя, хватит врать. В этом давайте сами разбирайтесь, чат. Машина, давай. Залезай, Шотик, мы здесь сзади поедем. В багажнике. Давай, садись, бабуль. Садись. Давай. Опа. Поехали, братики, акробатики, поехали. Ой, хорошо. Бабуль. Понимаешь? Не, не понимаешь? Мы едем какой-то богатой тёлочке помогать переезжать. Но переезжать мы, конечно, помогать и не будем. Мы будем кое-что другое. Что-то знакомое место какое-то. Ага. Паркуемся? Давайте, паркуйтесь. Всё, вылезай, бабуль. Что-то знакомое, слушайте. Бабуль, помнишь, мы с тобой эту тарантайку видели когда-то? Бабуль, ты где? Помнишь, мы видели эту тарантайку? Какая-то чикса такая молодежная заезжала в этот свой гараж. Ля какая. Помню. Ладно, пошли, пацаны, пошли. Чё? Курите! Бросил мусор на обочину, знает и чмо. Ага. Ну мы вроде не мусорим. Пошли, давайте, собирайте свои вот эти вещи и погнали. Так, холодос у меня. Пошли. Кто-то здесь чмошник у нас. Я не ожидал, что Ашотик чмошник. Тебе здесь русским языком было написано. Бросил, обмусорил, чмошник. Ладно, я заберу с собой, потом выброшу. Ну мы с тобой не чмошники, бабуль. Пошли. Понимаешь, зачем я это делаю, бабуль, понимаешь? Дуримонда, ты Петровна, старая! Они переносят вещи какой-то богатой женщине. А мне нужно клиентскую базу себе набивать, понимаешь? Чем больше богатых людей я знаю, тем больше я потом людей могу ограбить. Ну, в смысле, не ограбить, но там жизнь им поменять. Бабулька-то до сих пор не знает, чем я занимаюсь. Это же она у нас бизнес хуюмина. Я тут бизнесмен всякий, ладно, неважно. Давайте, тащите, бабулька стиральную машинку быстрее тащит, чем вы. Рафик же Рафик, давай. Где? Ой, это вы, ну проходите, заносите, Снежанна. 74-я квартира, 125-я квартира и 125-я квартира. Это как? Две квартиры с одним номером? Разрешите, я... Ой, у вас здесь все в разгаре, рабочие бегают, ремонт. Здравствуйте, брат, здравствуйте. Я тут... Вот, холодильник вам новенький. Production from Ashot and Rafik Жирафик принес. Ставь. Да хватит путаться под ногами, ядрить, колотить. А ой, как я вижу, вы только недавно переехали, да? Здесь еще краска не засохшая, так двери за собой закрыть. Подождите. 125-я квартира. Так вы выкупили две квартиры и соединили их? Ни хрена себе. Бабуль, ты посмотри, какая квартира огромная. Да здесь просто весь северный Таджикистан уместить можно. Рафик и Ашотик. Ты смотри, какая квартира огромная. Куда холодильник переносить? Я тут поставил вам посередине комнаты. Куда? На кухню? Подскажите, где кухня? То есть в ваших этих катакомбах на пятом этаже потеряться можно. Бабуль, ты понимаешь? Ты понимаешь, насколько она богатая, понимаешь? И что, ты понимаешь, зачем я это все делаю, понимаешь? Да ты ни хрена не понимаешь, да в смысле... Пошли, так куда холодильник? Пошли, давай, бабуль, давай. Посмотри, сколько здесь комнат. Да...
Еще комнаты. Так, сюда, сюда. Вот, вот холодильник стоит. Так, что здесь можно будет старотребить? Холодильник, лампочки, люблю лампочки, лампочек много. У нас, ага, здесь вентилятор. Стиралку! Да стиралку тоже! Ашотик, стиралку тоже сюда можно! Давай на кухню! Стиралку тоже на кухню! Давайте! Снежанна, значит. Снежанна! А мы с вами не виделись раньше. Это ваша машина, да, снизу стоит? Хорошая машина, слушай. Хорошая. Японская. Супра, Тойота, японская, хорошая машина. Ой, а помогите, пожалуйста, перенести этот большой телевизор в спальню, а маленький сюда. А, давай, без проблем, Снежан. Рафик, брат, я справлюсь. Рафик, я справлюсь, уйди. Я люблю большие телевизоры, это моя страсть. Так, ага, большой телевизор забираем. Куда перенести? В спальню? В спальню, сейчас мы поможем. Да хватит путаться под ногами. Так, большой телевизор в спальню, маленький спальни куда-то, опа, в другое место, спальня-то какая. Рафик, оставь нас, пожалуйста, наедине с телевизором, я сейчас все сам перенесу, бабуль, заходите. Ой, большой телевизор нужно. Ядрить, колотить, бабуля. Это золотая жила, ты это понимаешь? Ты понимаешь, зачем мы сюда пришли? Вот сейчас ты поняла, что... Ой, бабуля, таблетки, наверное, свои забываешь пить, да? От маразма старческого. Так, это сюда, большой телевизор сюда, маленький я туда понесу. Пианино, ну пианино нафиг нам не нужно. Лампочек, ты посмотри, какие люстры с позолотой, да? Ашотик за такую люстру 1,5 куска заплатит 100%. Бабулька, если сколиоз не обострился... Нагнись, пожалуйста, посмотри, что здесь у них под столом. Бабуль, ты это видишь? Там сейф! Там сейф! Сейф на замке каком-то. Сейф! Еще. Так, ну конечно, просто так же он не откроется. Так. Сейчас я здесь ничего украсть не смогу, потому что здесь народу... Рафик! Рафик! Не позорь родину, ты что там подсматриваешь? Рафик, не подсматривай, я здесь пузом полы протираю. Полы из мрамора там, грязные. Семью не позорь, Рафик, вот именно. Бабуль, как бы сюда потом в будущем... Ёханый ты бабай, ты посмотри, у них... Они, короче, сюда переезжают, они еще не успели сделать ремонт. Они выкупили две квартиры, соединили их. Смотри, как я понимаю, они здесь стену разбивают, здесь они это будут соединять. Они переезжают сюда, они даже забаррикадировали, забронировали все окна, то есть закрыли их решетками, как раз таки, чтобы обезопаситься от воров. Ладно. Слушай, у меня есть одна идея. Иди сюда, бабуль, иди сюда. Да хватит под ногами путаться, заколим... Так, у меня есть сигарет как раз таки. Снежана! У вас курить можно? Курить в доме можно? Холодильник перетащил, бабуля тоже стиральную машину перетащила, балаклава в поту покрылась. Ой, у нас здесь никто не курит, но на балконе можно. А, ну если на балконе можно, а как на балкон попасть? Можно как-то на балкон попасть? Я бы не знал, что ты куришь. Ашотик, я сам не знал до этого момента, что я курю, но после увиденного грех не закурить. В общем, мы сейчас придем, давайте принесите ключ. Ашотик, братик, Рафик, подождите нас в машине, мы сейчас придем. Я покурю и сразу же спущусь. Мы сейчас придем. Да, давайте, братья, давай, ой. Ага. Сейчас, мы 10 секунд. Опа, иди сюда, бабуль, иди сюда. Так, у нас есть ключ от балкона. Этого ремонта, скорее всего, даже про него сейчас забудет. Я его спрячу на всякий случай. Я ж телевизором еще забыл-то. Вот, я сейчас отвлеку ее внимание этим телевизором. Бабуль, мы старотыбзим этот ключ и потом вернемся сюда. Вот сейчас ты понимаешь, что я хочу сделать, бабуль? Да как я... Бабуль, да я ж... Ой, дуримонда дуримондовская. А, ладно, пошли, давай. Так, это сюда. Потом я сюда еще вернусь. Давай. А, так, я забыл тут телевизор забыл. Сейчас, подождите. Опа, это вот сюда телевизор. На место эти полки. Вот сюда, это вот сюда. В общем, я побежал, там Рафик, вот это Рафик, жирафик, Ашотик, акробатик нас ждет. Мы пошли, давай, удачи, платить не надо. Ой, спасибо вам. Пожалуйста. Заколебал.
Не звони, сейчас. Идем, идем! Пошли, 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 бабуль. Давайте. Да идем мы, хватит там трезвонить нам. У нас есть ключ. Прекрасно просто. Только еще бы придумать, как забраться на пятый этаж и как потом попасть на балкон. Пошли, 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 пошли. Так, ладно, мы сейчас домой поедем, я начну разрабатывать некий такой план. Брата сбил. Какого брата сбил? Вот туда нам, на пятый этаж. Я говорю, как мне туда забраться? Как мне потом открыть балкон? И чтобы никого дома еще не было. Ладно, короче, мы сейчас поедем домой. Мы поедем к бабе Любе. Баб Люб, сегодня что, борщик с пампушками или голубцы? Давай голубцы все же забабахаем. Короче, мы поехали. Давай. Ашотик, садись, поехали. Ты там, короче, ставь лайкусик, если хочешь продолжение, потому что я всегда обещаю. Если мы наберем 27 969,9 умножить на 4 лайков, я сразу выпущу новую серию грабителя. А мы потопали, потому что времени нет. Вперед, Рафик, Рафик, давай на Северный Кавказ. Да хватит, хватит, мы уже в машине. Ой, стюардесса, пойми, не Жанна, скоро ты бомжихой станешь, Жанночка, Жанна.